«Чистое будущее энергетики». Будущее мировой энергетики обсудили на 7-м международном саммите «Глобальная энергия». Ученые и политики из разных стран мира собрались в Туринском политехническом университете. В центре внимания было внедрение цифровых технологий в энергетике. Главными темами были моделирование мирового энергобаланса, автономные системы электропитания, умные дома и даже умные города, а также развитие энергонакопителей. Уделили внимание и переходу от нефти и газа к чистым источникам энергии. Эксперты сошлись во мнении, что углеводороды в ближайшее время продолжат лидировать в мировом энергобалансе. Время диктует необходимость декарбонизации отрасли. Солнце и ветер, как энергоресурсы, уже теснят уголь, нефть и газ. Ведущие ученые думают, как сделать зеленую энергетику эффективнее. Ассоциация «Глобальная энергия» ежегодно отмечает лучшие разработки одноименной премии. Она была учреждена в 2002 году. Лауреатами стали 35 ученых из 11 стран. Вручение премии «Глобальная энергия» за 2018 год пройдет в начале октября на Российской энергетической неделе в Москве.